Добрый вечер, дорогие друзья. Большое спасибо, что пришли. К сожалению, не всем удалось. Ну, звонят, в общем-то, как бы те люди, которых я еще ожидал увидеть. Я думаю, вы тоже были бы рады видеть. Но, к сожалению, у каждого какие-то свои задачи. Некоторые просто даже сидят на аэродромах и вроде рядом, но не могут, а некоторые даже далеко. Гитару не слышу пока. Может, это мы с Юрием здесь немножко это самое. Ходили по сцене, таскали шнуры. Да, ну вот концерт, он вроде как, ну или не вроде, а ко дню рождения, который тут случился на днях. Анализ показывает, что годы бегут, причем с ускорением, никуда от этого не деться. Иногда это тревожит, но радует то, что пока удается летать по небу с песенкой. Можно по земле ходить, не спорит, и полечитая километры. Но кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся. Возмущенный воздух пусть болтает, главное, а мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни, как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть турман повиснет на полгода, слякотили дождь, я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, и я рискую. Я бы дал на свете все до краю, за мгновение те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. Та-да-дам, та-да-дай-да-дам, па-па-пам. Каждый день по жизни, как на фронте, только я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Спасибо. Конечно, хочется летать, все летать, летать как можно дольше. Вот. Я все время какую-то программу черновик составляю, потом гляжу в зал, вижу определенных своих друзей, знакомых и так далее. Программа совершенно рушится, ну, в хорошем смысле слова. У меня уже сразу начинают бурлить мозги, что еще спеть. Не, ну, я просто сейчас конкретно думаю, чтобы такого неординарного, нетривиального спеть, чего никто не ожидал бы.
Я летчик. Красивый фильм, он поздравил. И даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать. За это готов я пол жизни отдать. Я летчик. Ни черт, у него я душу продал. Мне кажется, это рождение летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю. И мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Без весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ туалет. Я летчик. Снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек. Покойного Нестера во мне петлю сверну до души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Спасибо. Ну, я думаю, большинство знает, что третью песню я пою все время именно как третий тост. Вот ничего не меняется. Я всегда говорю, что, к сожалению, мы будем терять этих людей, которые работают в небе, потому что профессия такая. Я разные песни пою на третью. Сегодня, конечно, спою память Игоря Ткаченко. У нас с ним в один день рождения. Уже вот 9 лет, в следующем году 10 лет, а все как вчера. И песня-то называется «Память Игоря Ткаченко и всех летчиков, ушедших на последнее задание». Вот 24 июля. Сегодня Света Копанина хотела приехать, но
нашла какие-то причины. Ну, я думаю, они, наверное, действительно те. Но я знаю, что она очень сильно переживает о том, что случилось 24 июля. Погибли два летчика, спортивных летчика, летчики-испытатели. Хотя, ну, сегодня они спортивные. Допустим, Игорь Турик, он заканчивал Харьковское авиационное училище, военно-воздушную академию Гагарина, председатель Федерации авиационного спорта Дальнего Востока, чемпион мира по авиационной акробатике в 2014 году. Игорь Турик, Виктор Бирюков, вот, на аэродроме Дракина. И в тот же день еще и в Новосибирске один легкомоторный самолет тоже не вернулся, погиб тоже летчик. Но, к сожалению, так происходит. Повторюсь, профессия такая. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашим. Но суров, здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно, как отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, как при жизни не летал. Летаю, сколько в жизни не летал. Поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными, нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. А рай мы по заслугам не проходим. А вот нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложный. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. В невозрастах все летчики в полете.
равны все, и Летеха, и Головком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Удочкин с одесским юморком. А Вася Сталин, ну тот особняком, шумит нам про исправность всей матчасти. При папе, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях он целый город опять сгорел. И новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю. На входе к гарнизонном КПП я здесь за подготовку отвечаю. В соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывает осторожный. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать. Границ нам открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком чувствуем у фото со мною стоит. Как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно. Я редко пою эту песню, вот действительно как-то в крайние годы, ну потому что она действительно не самая веселая, хотя никуда от этого не деться. Но вот 26 июля действительно у нас был один день рождения и остался, потому что я все время поздравляю и маму Игоря Ткаченко, к сожалению, отец ушел вот буквально там полтора года назад. Когда-то мы соревновались в этом процессе. Кто кого раньше поздравит. Обычно там я пытался или он, но самым первым его поздравляла моя мама. Вот. И тут он, ах, черт, в этом году Галина поздравила меня первой. Жена, мы ее вдовой не называем. Все же улыбнусь. Пусть на свете все не совершенно. Воланд Иисус к нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт. Над землей ночь, как надзиратель, день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, не приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле во сне, летаем, где-то банк мы сорвем, а потом удачу пропиваем, а мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства.
ходим по земле. Вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимают небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо крепко обнимал и носил меня веселый ветер. От земли во след смеялись дети, крылья за спиной. Только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывают, мне бы улететь в край, где постоянно солнце светит. Только где же он есть на этом свете? Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо крепко обнимал и носил меня веселый ветер. А с земли во след смеялись дети. Август вот уже не за горами, буквально несколько дней, и вот начинается этот самый-самый авиационный месяц, как, когда-то все время был, ну, 18-й все, день воздушного флота, потом, помню, при Ельцине сделали день военно-воздушных сил 12 августа, вспомнив царский указ, с тех пор, с относительно недавних пор, но уже летчики теперь радостно говорят, что день авиации в военно-воздушных силах отмечается в ночь с 12 на 18 августа. Вот, поэтому у меня август, как правило, достаточно серьезно расписан по концертам, потому что ну, вот все где-то приглашают совершенно иной раз неожиданные места. Но среди всех прочих все-таки где-то так недели через три все-таки полечу туда, где буду петь эту песню. На родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс, удобства снаружи. Бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена стали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению.
каждый вылет боевой. От напряжения кипишь, кабина словно дом родной. Вот только жаль, не поспишь, а хочется очень, особенно ночью, который месяц не до сна. И не уйдешь на бюллетень по распорядку. Здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры 200, духи всего крест. Прицельный марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом не пинета этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому. И вероятные друзья нам скажут просто very good. Летать по много им нельзя, у них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубей. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть хоть убей. Нам жить в половину и к выстрелам в спину. Минует нас по воле фарт смерть и холодок. Года спустя полетной карты выцвевший листок напомнит нам до боли ярко ближний, но далекий сталь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и ученьях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нет до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. Спасибо. Интересно иногда посмотреть новости оттуда по телевизору. Все хорошо, в принципе. Вот, и даже, в общем-то, сокращается группировка, и вот, помню, крайний репортаж относительно недавно смотрел. Русланы такие, Ан-124, и загружают в них восьмерки со стыкованными лопастями. Ну, вот, как-то даже, ну, такая невероятная такая картинка, очень хитрая, думаю. Потому что это именно те вертолеты, которые оттуда уберут в самую последнюю очередь. Я вернулся. Весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка. Что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе, на износе, я Ми-8. Thank you.
не вернулся. Кто обскомандовал мне больно, нахватал я боли довольно, ох, как больно. Справа блистер мне разбили, пробока хоть и не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я и 8. В салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Я на концерте, конечно, вспоминаю или обозначаю тех людей, которые в зале есть. Правда, ну, не всех видно, я знаю, кто здесь есть. Вот. Но просто с кем-то связаны определенные песни. Мне нередко задают вопросы, а вот откуда взялась эта песня там, и так далее. Порой это такое, ну, компиляция, что ли, как говорят, в музыке, и не только в музыке, определенных событий. Но вот что касается Ми-8, такой очень серьезный кусок в моей голове оставили, скажем так, рассказы Анатолия Васильевича Сурцукова, генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик, один из самых выдающихся вертолетчиков России, считаю, который прошел в Киеве. Причем самое интересное, Анатолий Васильевич мало чего рассказывал. Рассказывал Виталий Егорович Павлов, который командовал когда знаменитым полтинником, и Анатолий Васильевич. Они все тогда были молоды. Вот. Я еще буду сегодня так шарить глазами по залу и наверняка находить моих близких друзей или просто хороших знакомых. Сегодня не задался, я чуть было не проспал все. Вроде не будили мы вчера. Зацепил, разбил будильник, а любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. Сдуру видно с позаранку, зря дневник я взял в баньке. В школе оказалось он в пике. И
шумит родная Маша, что мальчишка весь в папашу, точно летчик без царя в башке. Точно летчик без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в железнодорожном прописался, но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук? Не слышу под собой. Лампа красным светофором, мне кричат с панели хором: парень, а нынче день совсем не твой. Па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы: делай то, не делай это. Шеф добавит ласково: держись. Танцевать я в небе ринус, перегрузки в плюс и минус, знака переменна, все как жизнь. И совсем не бережливо самолет я в хвост и в гриву, воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Фото вид, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение ткнешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко, здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черный командир тут с ними растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит, бойко, что исправил хул на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Мораль этой песни, как и следующая одна: никогда не надо сдаваться.
местом расплавлен. Обратились тучам бегства, под завязку я заправлен. И подвышены все средства, и для птиц сирена воет. Опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче будем до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Вверх большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время чена всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где там небеса? Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Тебя рядом неприятель. Мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам послед огнем и громом огрызается поверхность. Контингент, и там не промах. Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Не убиты, хоть по мне глупили точно. И рядом тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью. Даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо.
Спасибо. Споем еще. Я просто, опять же, говорю, что стараюсь обозначать некоторые песни, вернее, не песни, а людей, которые с ними связаны. Вот, не знаю, Вадим Семенович Чудиновских. А, вот, да, заслуженный военный летчик. Это он на Су-24 летал, так, причем очень серьезно. Сегодня, где-то за час до начала концерта, вышел, позвонил в Липецк Олегу Старожуку, Герой России, который был удостоен этого звания, именно вот работая на этом самолете. У него сегодня день рождения, мы тут друг друга поздравляем. Такой очень интересный человек, очень волевой, уже сегодня не летает. Хотя летать хочет, вот иногда мне там позвонит ночью. Кто-то... Коля! Вот. А заходили, дождь шел, да? Нет. Видите, мнения ученых разделились. Да, я просто про то, что все-таки вот, ну, действительно, вот человеческая природа-то, елки-палки. Вот с утра хожу, жарко, невозможно просто. Из Минска выезжал, вроде такая погода одна, потом в дороге другая, третья, начинаешь психовать, думаешь, а вот это было хорошо. Там, или, вот сегодняшняя уже такая, да, да. Я просто к следующей песне. Ветра с утра вовсю в полях гуляют, устроили какой-то шумный пир, и тучи землю клочьями цепляют, как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продрог до самых плит аэродром. Озяблен на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И жены радость тщательно скрывают, дождя увидев слезы на стекле. Пускай гремит и молнии сверкают, спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молнии злом. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненасти под крылом. Осябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И небо, как компьютер, вдруг зависло, мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, и где-то канонады фронта гром. Напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах, в дождях войны. Погода нас тревожила, едва ли летали, только ждали тишины. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем.
Спасибо. Вот месяц назад в Перми проходил такой фестиваль ежегодный «Крылья Пармы». Он был юбилейный, 10 лет. Очень интересное событие. У меня там брали большое интервью на телевидении. Я как-то размышлял на эту тему, что когда начиналось вот это дело, честно говоря, не очень верилось, что это будет продолжаться, потому что, ну, образно говоря, люди не государственные, которые взялись за проведение этого мероприятия, и тем не менее, вот 10. Ну, вы помните, я, кстати, рассказывал про песню «До нее доберемся сегодня», как мы со Светой Копаниной летали там, в Перми. Это вот именно под это мероприятие было. А вообще, ну, за исключением одного года, туда всегда прилетали пилотажные группы. Стрижи, русские «Витязи» меньше, в основном «Стрижи». Пару раз я прилетал туда с пилотажной группой «Русь». В этом году русские «Витязи» были. И я я все время комментирую всю эту летную программу, веду концерт, который там, ну, там очень серьезно все это происходит, практически целый день на сцене, тяжело, но интересно. И вот был момент, в этом году русские «Витязи» работали, они базировались на Перми, но с утра уходили на Киров, показывали пилотаж там, возвращались к обеду, самолеты заправляли, и потом они ту же программу делали еще и в Перми. Очень тяжело. Я просто вот между показами пошел, думаю, там кое-какие вопросы задать. Захожу на высотку, и вот, ребята меня простят, собирались сюда прийти, там, тоже не получилось. Я просто какие-то такие вот, может быть, интимные подробности, но летчики знают, что оно так и есть. Это вот эта усталость, когда я захожу. Какие вопросы, думаю, задавать? Сидят, вернее, как они вот, ну вот в таком полулежащем положении на диванах, и все спят, и все мокрые, потому что им через час опять туда. Ну, растолкал Алексеева, говорю, Андрюша, говорю, извини, говорю, вот там то-то. Вот, и я просто о том, что было за час до этого, я стоял, пел. И в это время они возвращались из Кирова. И вот я пою, вся эта толпа, и тут эта шестерка проходит, и еще несколько там, значит, фигур они сделали. Я вот помню, стоял и думаю, елки, вот же жалко, что нету такого снимка, когда я пою, а тут эти самолеты присылают мне один журналист, незнакомый, эту фотографию. Я ее разместил в интернете, и, в общем-то, действительно там, ну, комментарий такой написал, что... И такое редко, но бывает. У меня такое было в Ростове, но там это было запланировано вот в мае месяце. Сейчас это было абсолютно внезапно, и вот оно сложилось. То есть это бывает, когда я пою, они летают. Летают громко, но я всегда говорю со сцены, что это самый-самый лучший аккомпанемент. И вот эти достаточно редкие минуты я ощущаю себя по-настоящему счастливым. Это все к чему? К следующей песне. Песню обить. А, отставить. Это тоже будет. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим следы инверсионной, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь то ли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там и
вариация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят, да, у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторга аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь Кожедуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Песня, я помню, ну, это вот, когда ребята по хрен летали. Что-то, опять же, у меня ж все как-то в голове варится, смотришь на лица.
Вот сидит там Александр Георгиевич Петров. В свое время командовал центром показа авиационной техники в Кубинке. А потом и летал тоже вот, на очень серьезные вещи. Вот сидит скромный так вот. А сегодня командует авиабазой в Эребуне, в Армении. Наши там летчики есть. Вот. Я почему Бахрейн? Потому что наши ребята туда прилетали. Вот, у него там базировались и летели дальше. Саша, спасибо, что пришел. Я очень рад тебя видеть. К следующей песне вспомнился анекдот. Военно-транспортный самолет, ну, вот он, Ил-76, самый торец полосы. Кстати, есть такая картинка, мне как-то присылали. Наверняка летчики или люди, увлеченные авиацией, на Ютубе видели. Если кто не знает, можно посмотреть наверняка этот взлет Ил-76-го. То ли в Африке, то ли мне даже говорили в Австралии. Да, вот, Австралия. Ну, видите, все знают. От торца до торца. Да, ну, анекдот тоже известный, когда он все, разбег идет, штурман отчитывает, раз уже где-то торец там. Вот он. Ну, все, отрыв, он, командир штурмана. Сколько там плит оставалось? Он говорит, две. Говорил я, еще два ящика черешни можно взять. Привет Дмитрию Кальченко. Я, ну, не то что верю, но надеюсь, что он сейчас смотрит этот концерт. Мы с ним очень много летали на этом самолете. Почему надеюсь? Потому что сейчас там, где он смотрит, 5 часов утра, по-моему. Но говорил, что мы будем смотреть. Что насупился Илюха, нынче вылет до зари, набивает снова брюхо, крюк швартует технари. Носят ящики солдаты и заката акварель, только нам не до заката. Ромпа-тыльфер, опалили. Ромпа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит в увысилья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга. Наш транспортяга горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков в порту. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то в ночь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростерли уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что-то пахнет, грузовик наш боевой. На взлет
уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречает борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. От души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нежным блистером, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимальный грузовик наш боевой. Нам слют уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Представляет, что вот. Так вот, действительно почтальон. Я сам жду своего концерта в Липецке. Очень приятно, что вот Павел Молчанов передает вам привет. Ну, песню, которую он просит, я обязательно спою позже. Павел Молчанов — это генерал Павел Дмитриевич Молчанов. Мы с ним там на далеком юге встречались. Сегодня зам командующего одной из воздушных армий. И, в общем, дальше не буду говорить. Он не ждет, включается. Хочет поздно. Да, он дальше он южнее, чем южнее. Вот. Не, у него просто день рождения был за 2 дня до моего. Мы тут все такие у нас, вот эти авиационные дни рождения. Коль, вчера разговаривали, только что звонил Анисимов. Да, я ему вчера звонил. Вот, я просто про записки. Что-то мне подумалось, я же говорю, все вот туда в голове бурлит, что-то хочется спеть одно, потом вдруг думаешь другое. А действительно, я вот для себя как-то обозначил, что... Есть песни, которые, они, ну, может быть, грубое слово, протокольные, которые я все равно обязательно спою на концерте. Это, ну, их не так много, ну, это тот же там «Я летчик», там «Ли-8». Ну да, те песни, которые всегда ждут, хотя, ну, не все удается спеть. Вот то ли это было на прошлом концерте, то ли на позапрошлом. Песня, которую я не собирался тогда петь, хотя она достаточно известна, ну и достаточно, ее все знают, вот, но не было у меня ее в плане. А пришла записка, а спойте, пожалуйста, памяти Петра Степановича Дейнекина песню про самолеты, на которых он летал. И я понял, что, наверное, теперь я ни на одном концерте не смогу обойтись без этой песни. Мы с Петром Степановичем очень дружили. Менее чем за сутки, в общем-то, до его ухода, вот такого внезапного, сидели за одним столом. Это было 18 августа в Кремле в прошлом году. А 19-го вот мы в Энгельсе выруливали на полосу, раздался звонок в самолете командующего, и вот нам сообщили эту печальную новость.
Не хочу я на грустной ноте об этом говорить, потому что Петр Степанович это вот такой человек был, он все время он на каких-нибудь банкетах. Так, сейчас споем. Так, командир, иди сюда. Так, ты иди сюда. Генерал, давай ко мне. Значит, это уже будучи не главкомом. Так, все построились. И дальше мы рождены, чтоб сказку сделать былью, там, та-та-та-та. И когда дело доходило до фразы «Вздымая ввысь свой аппарат послушный». У него глазки, так вот он «Свой аппарат послушный». И так сверкали очень лукаво. Это было очень так, я не знаю, я это на всю жизнь запомнил. Пройдет рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Ряды все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы мы оставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз, здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестрова и меди. И где там на натовских штабах шифровки строчат в попыхах, летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет, погода дрянь, и на радаре сплошь сосветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР, с косарю пьянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей, у плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже на пролом, мы чуть не в блистер нам крылом, такие пурзы. Как правило, из штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт, мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах. Пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас, как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик «Я вижу командира!» вдруг разорвет немой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт, и уберутся наши наглые соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить между собой, когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность там повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцелетали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. Экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. Идут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи, медведи, медведи. Медведи.
Спасибо. Недавно в отпуске был. Ну, я и сейчас числюсь в отпуске, хотя это такое очень условное обозначение. Но удалось вырваться где-то на недельку в Польшу. Ну, из Беларуси это сделать несложно на машине. И был в Кракове, в Закопане, в Татры. Я помню, назад возвращался, и где-то, ну, не доезжая километров 100 от Кракова, смотрю, самолет где-то кружит, да что ж такое, смотрю, там американские звезды такие, ну, я судорожно начал искать там стрелу или что-нибудь там, потом, ну, смотрю, все-таки самолет старинный, думаю, ладно, пусть летает. И он накрутился, бах, на площадку, и смотрю, а там, в общем, оказалось, короче, авиашоу. Это у нас, к сожалению, в России вот этого мало. На самом деле, во всем мире вот эти авиационные фестивали и всякие показы, они, ну, в Америке, если мне память не изменит, ну, более 300 в году. То есть они большие или маленькие, но они происходят. Это люди, которые увлечены авиацией. Ну, это такое, я немножко отступление, просто, ну, мы спешили, а мне очень хотелось туда заехать, только по простой причине. Смотрю, там всякие самолетики, и вдруг сбоку стоят два Ми-24. Таких, ну, серьезно разукрашенных. То есть, ну вот, Польша нынче натовская страна, хорошие машины там еще есть. Ласточки летают над землей. Не иска. Значит, снова не погода. Мы удержим небо здесь полгода. Значит, полтора. Я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, твое, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила, позвал же кто-то крокодилом. Ту, что выручала нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет, бортовой наш парень не из робких. Обложился лентами в коробках, пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал, к черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою.
Та-та-ра-па-па. Та-па-ра-па-па. Словно сто разгневанных богов всю на нас обрушились свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою ту, что выручала нас в бою. Что вместе с нами на краю ласточку пятнистую мою. Спасибо. Вот Александр Викторович Новоченко. Заслуженный военный летчик, это его любимый вертолет. Я даже в какой-то программе на телевидении, вот как он называл его, летающая винтовка. Здесь в зале немало вот этих людей. Ребята из армейской авиации, встаньте, пожалуйста. Мы просто вас поприветствуем, потому что... Александр Николаевич, отвинивайте, пожалуйста. Да. Александр Викторович Новоченко, заслуженный военный летчик. Александр Николаевич Лишайнин, заслуженный военный летчик. Уже я говорил, Анатолий Васильевич Сурцуков. Ну что, кто-то, ну... Да. Александр Витальевич Лебедев. Вот. Ну просто... Ребята, я рад, что вы здесь. Спасибо вам, что... Ну, вот они представители самого боевого рода военно-воздушных сил. Не в обиду другим сказано. Я всегда говорю, все они тянут одну лямку. Просто эти, наверное, может немножко... Как говорил Виталий Егорович Павлов, мы ближе к земле, чем к небу. Это вот такая воздушная пехота. Ну и вот следующая песня, наверное, она так... Она... Про такие, наверное, какие-то старые или не старые какие-то вертолеты, про дорогие машины и про тех, кто ими управляет. Светило яркое солнышко в зените, убитый грач обломками молчал, пищал комар отчаянно, спасите, а жив ли летчик? Он не сообщал. Была надежда призрачная и шатка. До смерти здесь, как в песне, три шага. И наша винтокрылая лошадка несла нас прямо к черту на рога. А в это время мальчик на Феррари носился по Москве и по пути, за час устроив несколько аварий, пытался от гаишника уйти. А мы пытались летчика найти. Нам вроде как везет, но так, не шибко. Мы видим парашют, заметен бой, нам дробью барабаны по обшивке. Но главное, что парень не наш живой. Мы не поем безумство храбрых песню. Играть привыкли марш, а не романс. Плечом к плечу с любимой птичкой вместе, пока мы с ней, то есть хотя бы шанс. А в это время по Москве в угаре
направо и налево всем хамя. По тротуару в золотом Феррари мальчишка несся, голову сломя. Мы тоже тут несемся, но дымя. Ай, нам трассеры все небо украшают. Там снизу бородатых прямо аншлаг. Что делать с нами, боженька решает. Мы живы, хоть машина как дуршлаг. Нам летчик снизу машет, уходите. Держись, браток, еще не кончен бал. Нам ярко светит солнышко в зените. Ты пан, браток, который не пропал. А в это время из Феррари мальчик по телефону папу набирал. Показывал гаишнику вверх пальчик и звезды снять с погонов обещал. А нас без обещаний Бог спасал. Со скоростью Феррари уходили. И где-то у нуля высотомер. Мы нашего парнишку уносили, а он ревел на взрыв, хоть офицер. Мы тоже слезы тщательно скрывали, а говорят, летают смельчаки. Мы пальцы ему долго разжимали, он в них сжимал гранат без чеки. Спасибо. Перед концертом звонили ребята из Астрахани, ну не из ЦБП, а испытатели милевские. Звонили из Подмосковья тоже, которые работали. Сергей Леонидович Богдан, не вижу, говорил, что может успею приехать. Ну, то есть вот, вот эти замечательные люди, про которые... Ну, хотелось бы. В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а не бабушки школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз так первый раз они бывают здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряют, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По
оставлен, не ходим, вот еще тот край найти. Чтоб не было сомнений, во сне ты мог сказать: лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, и в лебедя утенка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые зеленее, умней, строптивые, рисковые, нет вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих, они испытывают нас, а мы испытываем они. Мы в небе летать и работать и хочем, в обед они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, пол царства за небом мы точно откажем. Питаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Хочет. Ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, пол царства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Спасибо. Ну, потом в антракте прочитают. Как-то время быстрее летит, чем я планировал. Не устали? Нет еще? До перекора дотянем немного так? Перекор сегодня. Ладно, что-то выпущу немножко тут. Хотел песню спеть про чартер. Наверное, немножко отставлю про другой чарт. Мы не спешим на эшелоне, идем по спинам облаков. И в комфортабельном салоне устав от северных ветров, три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, к бортпроводницам пристают. Мой командир захлопнет книжку, чертыхнется, что устал. Мне скажет: вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав, ведь вы теперь гражданский летчик. Промолвится с каркаем в глазах: да, был истребитель, стал извозчик. Зато как прежде в небесах. Пролезть бы над точкой, жаль, за спиной сидит народ. И ножку дать, да дело сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Не избежать с циклоном встречи, знать, потрясет кораблик наш. И
пассажиров, как овечек, пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку, поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, дают нам пряник или кнут. Как там у Маркса в «Капитале»? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинку небосклон, зато нередко на посадке нам аплодирует салон. Идем по спинам облаку, а в комфортабельном салоне летят копченые с югов. Три роты личного состава из дьюти фри напитки пьют, ведут себя не по уставу. Сам представил. Спасибо. Кстати, есть тут люди, мои замечательные друзья, но их сержантами не назовешь. Они уже командиры. Нет, не старшие, а самые замечательные люди. Дмитрий Копосов, вот, из «Стрижей», самый соло. И, конечно, ну, я могу называть фамилии и так далее. Это летчик Леха. Это... автор замечательной книги, которую я читаю. Знаю вроде бы все об авиации. Алексей Кочемасов. Ребята, спасибо большое, что пришли. Сложно написать песню, что на погонах 4 полоски. Оно не укладывается в рифму никак. Вот. Но они оба именно на той технике, на которой хочется покуролесить над точкой. Вот. Следующая песня, прежде чем мы уйдем на перекур, по-всякому можно говорить. Я помню, ну ладно, по-другому скажу. Очень близкий у меня друг, есть летчик-испытатель, заслуженный летчик-испытатель, герой России Александр Михайлович Климов, ведущий летчик-испытатель КБ «Миля». Так вот, он по поводу этой песни говорит: ее у нас украли. Это наша песня, но ее у нас украли штурмовики. Как обычно, вылет срочный, знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых корах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там полежит целый взвод. Запускаясь без газовки, техник старика спецовки хлопнет борт по законцовке. Два грача идут на взлет.
Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор искал виражи, мэй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомый не зевай. Внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир рёт. До ворот бросаю фобы и на выводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассира как паутина, маневрируя активно. Живописная картина, как совразово грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, вновь земляне отвечают. Ну, разведка, не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я двухсотый груз, нахрена пошел я в качу. Вот Ульяновск, все иначе, был бы дом, машина, дача и водил бы арбуз. Крач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я свой, хоть попадает. Под глаза мне раскидает, нет спасения от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробую марку под свинцовым кипятком. ВПУ как пушка танка, грохот выстрела у болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из расхода в НБК имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и подрубаны пока. Мне под кожей как морозом, грач устало клюнул носом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Нажимаю, машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я стоишь, летуны. Спасибо вам. На обратном довернули, позади снаряды пуля. Уравнение обернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье, получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют нахлопнет звонко. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Перекур.